Это женщина или мужчина, мы понять не можем. Мужчина, мужчина, все, мужчина. Была бы женщина, была бы юбка. Ну что, второй мужик догоняет. Бобор выступает. Дама, девушка за рулем. Еще раз поддержим. Мужики, покричим. Боже мой, на финишной прямой. Скоростной участок трассы проходит Бобор. Но, кстати говоря, Паксус вновь в игре. Поаплодируй, воля к победе, эй! Павел, что хотите сказать? А я нигде не хотел сказать, что Фомор передал эстафету. Дамы и господа, мы напоминаем, что следующими готовятся две команды, это Паксус и Фомор. Итак, Райда, давай! Ближе к финишу, и мы видим, что Барс прямо ведет к финишу. И я думаю, что мы... Финишная прямая и... Реварх просветленный. Ну что, стартовал у нас Фомор и Паксус. Все трибуны смотрят, ликуют, аплодируют спортсменов. Это по-настоящему спортсмены. Хотя еще такого официального вида спорта, как футбол. Главный гонщик.